Так, всем привет. Поговорим о стоках, потому что часто меня спрашивают. Сегодня 22 октября 2023 год, и с начала войны, допустим, у меня заблокирован ArtStation, то есть я на него захожу через VPN. Кто не верит, вот смотрите, без VPN я захожу на сайт. Бам! Sorry, you have been blocked. Вот такой прикол. Включаем VPN. Он достаточно быстро работает. Захожу на ArtStation. Бам, все работает. Но ArtStation из-за того, что моя область заблочил для продажи, для вывода денег и продажи Store. То есть я не могу добавить Store, даже имея Pro аккаунт. Вот, если вы обратите внимание, у меня здесь нет вкладки Store, которая была раньше. Поэтому по ArtStation я могу вам показать только статистику до войны. Есть у меня тут сейчас Seller Profile. Там можно посмотреть Sales Report. И покажу, какие модельки у меня лежат. Смотрите, здесь есть, по-моему, Payout and Earnings. Вот, видите, вы заблокированы. Тут есть где-то... Сейчас я прям же делал. Рейтинги. Sales Report. А тут есть... Digital Products, Digital Bundles, Reports. Не, подождите, Orders. Нет, Latest. Вот, продажи. В принципе, можно посмотреть по All Time. Сколько заработано всего. Вот, Total у меня $4341. Самая продаваемая модель. По-моему, можно... по моделькам. Так, подождите, тут как-то можно было. Вот, Digital Products. Можно посмотреть, сколько я на каждой заработал. И самая продаваемая модель — это Real Time Hairstyle Unreal 4 Project One. То есть буквально за год я вот раскрутился до такого результата, что у меня прям пошли продажи. 171 продажа. Ну вот вы можете посмотреть. Я не буду комментировать. Задержу паузу, нажмите, можете посмотреть, какие модельки продаются. И сколько у меня их всего на ArtStation. Вот, самые продаваемые — это Manicure Hair, Groom Plugin, Real Time Hairstyle, Unreal 4 Project. Сейчас я вам их покажу. Блин, нельзя показывать, публишит. Смотрите. Так. Публишит нельзя, потому что их нет. Вот, Real-Time Hairstyle Unreal Engine — это просто плашки, а вторая — Mannequin with Hair. Сейчас, Sales Reports. Mannequin with Hair. Я могу на CG Trader показать эти модельки, потому что у меня шопаш на ArtStation уже нет. Dashboard. Нет, тут есть public profile. По CGTrader мы еще поговорим. Public profile, вот. Здесь есть вот эта моделька. Это Real Time Hairstyle Engine Project. Вот она. То есть плашки, да. И другая моделька — это Mannequin with Hair. Вот он, манекен. Это Alembic Hair, он всем нужен сейчас тоже. Они тоже продаются. Вот. На CG Trader, на ArtStation у меня, видите, сколько моделей. Publish было. То есть можно даже считать меньше. Вот эти все я не считаю, потому что мало продаж. Вот более-менее продажи, которые приносили основной доход. Это... За сколько, я не знаю, за 2 года, наверное, даже меньше заработано. То есть у меня через 3 месяца пошли прям реально классные продажи. И Unreal Engine там, Epic Games показывали в сторе меня, и, ну, короче, в тренд попадал и так далее. Поэтому лично я рекомендую, если у вас есть доступ к ArtStation, лучше у них больше продавать. То есть у них более активно все идет, если у вас особенно раскрученный профиль. Напоминаю, что у меня 9876 фолловеров
лаверов на ArtStation, поэтому, возможно, еще это тоже играет роль в продажах. Что касается CG Trader, сейчас я вам покажу дашборд. За все время, ну вот можно проследить по годам, сколько всего заработано. То есть гораздо больше, чем на ArtStation. Но не забываем, что я начал искать путь в продаже моделек еще с 2014. И тут можно отследить, как у меня прыгало за год доход именно CG Trader. Давайте я увеличу, наверное. Так, где мой увеличитель? Вот он. Смотрите, можно по годам отследить прям. Напоминаю, что на ArtStation за год та сумма заработана. То есть буквально за год раскрутилась прям хорошо. Здесь вот так вот. Но на CG Trader, как и на ArtStation, основное условие... Видите, у меня прям хорошо в 2021 шло. Потом началась война и бум, поехала вниз. Но тем не менее, вот, ну сейчас весь доход я 80% отдаю на ВСУ. Тут даже можно в профиль если зайти, public profile, там увидите. 80% в Украине. Вот, то есть все продажи, и я эти деньги тоже не могу выводить пока. То есть все деньги идут на помощь Украине. Вот. Что конкретно модели? У меня 24 модельки. Самые продаваемые сейчас покажу тоже. То есть модели. Там, по-моему, можно посмотреть по вьюсам. И total earnings. Вот. Самые продаваемые. Но опять же, смотрите. Здесь это вот эта кудрявая. Хотя это, видите, допустим, та, которая на ArtStation больше продается, она вот меньше здесь продавалась. Здесь кудрявая продается. Ну, потому что я ее вообще загрузил вот дата edit 11 мая 2017 года. И она вот за 2017 постоянно продавалась. Но суть рынков в том, что постоянно нужно грузить, желательно в месяц, в неделю даже пытаться грузить. Ну, учитывая, что я стремлюсь к качеству, то у меня там моделька в месяц можно грузить. Но опять же, учитывая, что я работаю с YouTube, делаю заказы, я не полностью фокусировался на моделях, поэтому у меня их так мало. А если серьезно заняться этим делом, то можно выйти на хороший доход. Мой пример показывает прекрасно, что даже имея мало моделей, можно получать доход. Вот, если их сделать хорошее количество, допустим, сотню хороших качественных, то пенсия вам обеспечена. Наверное. Но все равно по одной модельке желательно грузить хотя бы раз в месяц. Тогда будет стабильно и классно. И много. Чтобы прям не работать. Наверное. Это я писал в телеге своей. Ссылку, наверное, оставлю в комментарии. Вот. Еще по ценам. Я в разные цены варьировал. Пришел к цене вот $17. Почему так? Ну, там скидка идет, получается, за $10. Смотрите. Любой сток – это оптовая продажа. То есть, это не разовый заказ, который стоит хороших денег. И любой сток советует придерживаться таких цен, исходя из аналитики. Например, на ArtStation даже советуют не больше $200 ставить на модель. Но я лично не советую, чтобы если вы хотите быстрее стрельнуть. Вот. Также продажи идут более стабильные. И так я поддерживаю тех, у кого нет много денег, но они хотят нанять нашу сферу и таким образом потом ее разовьют. Я много писал о том, почему я уроками делюсь бесплатно. Ссылку на статью тоже кинул. Чем развитие наша сфера, тем больше работы. По тому же принципу делаю уроки на YouTube бесплатные. Много людей, которые не могут себе позволить дорогие курсы, но потом научившись, начнут зарабатывать и тем самым будут развивать нашу сферу. А значит давать новую работу и так далее. Плюс за эту цену модель быстрее покупается и окупается. На собственном опыте проверил. Потому что я живу здесь и сейчас.
И мне не прикольно ждать год, чтобы она продалась там, допустим, за $1300 или выше. Таких клиентов мало. А вот по чуть-чуть с каждой модели, опа, уже есть возможность не работать. Ну и получить хорошие деньги. Рекомендую посмотреть стрим того Андрея. Андрей, по-моему, его зовут. Сейчас я пробую его найти. Он прекрасно объясняет политику стоков. Вот ссылка. Андрей Панченко. Как он тогда говорил, это 2 года назад, $9000 у него в месяц было стабильно. Также Ида зарабатывает хорошо. Я в телеграм-канале своем сейчас покажу. Минуту. В телеграме есть канал. Кто не знает, ссылку тоже на него кину. Здесь есть чатик Flood. Есть навигация. И в навигации можно... В навигации можно нажать на... Так, нет, чатик 3D творчества вопросы. Здесь есть заработок стоки. И вот у вас будет весь список того, что я кидал. Я прям видосы кидал, которые стоит посмотреть, что обсудить, что подумать, что проанализировать и почему стоит вот смотреть это все, почему стоит работать. И таким образом обеспечивать себе возможность не работать на дядю, а работать на себя. Вот как-то так. То, что хотел рассказать по стокам. Благодарю за вопросы, которые вы часто мне задаете. Пробуйте, дерзайте, анализируйте рынок. Достаточно просто его можно проанализировать. Например, на трейдер написать то, что вам нравится, допустим, character. Да? Нажимаете character. И здесь можно написать топ-селлинг. И посмотреть, что больше всего продается, например. Самые топ продажи. Best match — это то, что по тегам находит. Вот, как я понял. По ценам посмотреть. Там lowest price, highest price. То есть аналитику включайте и будет все идти. Все прекрасно получится. Все возможно. Но нужно стабильно грузить сюда. Тогда будет поток. Смотрите стримы, которые я там закрепил, и читайте статью. В принципе, все. Благодарю за просмотр. Желаю хорошего настроения и продуктивности, мирного неба.